квитанциях есть такая сноска. Плата за содержание общего имущества. Общедомового имущества. Да. Это вот то, что выходит. Краны, да, вот сюда. Их нету. Как раз об этом и речь. Вот это, значит, мытье пола в личных клетках. Понятно. Полив газонов, если где-то он есть. Для ребятишек можно залить мини-каток. Но у нас ничего этого нету. Полы моют, берут любую квартиру. Конечно, заходят, конечно. Вот, а с нас берут, раньше вот с нашей квартиры брали комнат 82 квадратных метра, брали 7 рублей за воду, январь платили по этой ставке, вот, а с февраля нам предъявили 70 рублей. То есть вы и так платите неизвестно за да, что? Ну, вообще, и это неизвестно за что умножили на 10 раз? Да, да. Объясняют, вот это вот типа подорожание, потому что у нас якобы не работает счетчик на воду, и они вот эти начисления делают по нормативам. Управляющая компания, она, как говорится, держится за норматив, потому что он выгоднее. Выгоден. Вот. Улица Кольцовская, дом 7. Проводится контрольно-надзорное мероприятие по жалобе заявителя на ненадлежащее начисление, да, в связи с, значит, вопросами к общедомовому прибору учета. Значит, здесь фиксируем у нас наличие общедомового прибора учета. Здесь в многоквартирном доме установлен водомер, который является механическим прибором учета. То есть он считает количество потребленной воды. Представитель управляющей организации, да, даст нам сейчас информацию по поводу его надлежащего содержания. Надлежащее содержание у нас входит поверка, в том числе вот прибор в эксплуатацию. Что здесь? Я по этому вопросу ответить не могу. В понедельник будет представитель, который имеет документы, и он все объяснит. Документы направлены мне о том, что поверка истекла в октябре 2023 года. Соответственно, на настоящий момент никаких документов по поводу поверки года прибора в коммерческий учет нет. В связи с этим начисляется за потребление, за общедомовые услуги. По нормативу. Вот этот прибор учитывает общее потребление воды жильцов. И если бы где-то что-то у нас был краник, и мы поливали двор, заливали бы каток, там клумбу, еще что-то. У нас нет этих краников, чтобы мы могли использовать где-то налево эту воду. Вот о чем разговор. Считает не только, если бы у вас был краник, вы бы поливали. То есть в том числе сои на водоотведение. Вся вода, которая сливается с квартир, с дома, он тоже это считает. Мне нужно удостоверить, что действительно прибор учета есть. И, то есть вам начисляют по показаниям или по нормативу, и почему? С учетом того, что у нас прибор учета ненадлежащим образом содержится, то есть у него отсутствует поверка, то есть фактически его показания нельзя признать к учету коммерческому, мы выдаем в адрес управляющей организации предписание. Вот, на обеспечение поверки. Да, вот он коммерческий учет. И, соответственно, контролируем это предписание в случае его неисполнения. Я правильно понимаю, поверку. Что управляющая компания должна своевременно это контролировать, конечно. А не вот так вот, что вот жареный петух клюнул, и вот кто-то что-то начал. То есть да, это да. Их зона, конечно, ответственности. Да, то есть вообще у нас за приборами учета оснащение индивидуальными, коллективными, это ответственность собственников. Но если в доме есть управляющая организация, заключен договор управления, то эта обязанность ложится на плечи. То есть они должны своевременно обходить, конечно, смотреть, да, продлевать или не продлевать? Все верно. То есть поверка должна была быть когда, в октябре 2023 года. С октября они пишут истек, и эта переписка уже идет не один месяц. И не почесались вот прийти я... и поверку то есть сделать. Фактически... Полгода вот управляющая компания, и полгода вот тому назад отписка. Должна это была. Поэтому мы здесь. Начисления идут по нормативу, понимаете? За водоотведение. Да, как-то вы... Я не знаю. Короче, все документы вам важны. Да, обещали, что пояснение будет. Ребята. Нет,